Ну, у меня есть на своем рабочем столе мусорное ведро, я туда только складываю бумагу. Это очень важно, а то бы наша земля была бы не чистой бы, она бы тогда бы была бы без растений, без животных. Это наш пилотный проект, так же, как и пилотный проект по разделению мусора. Мы решили помочь нашему городу стать чище. Мы провели 7 уроков в дошкольных и школьных учреждениях, среди пенсионеров и даже на уличных дворовых площадках. Это обычные контейнеры, а это контейнеры для раздельного сбора мусоров. Вот, например, сетчатый для пластиковых бутылок и пластиковых стаканов. А этот синий для чистых отходов стекла, алюминиевых банок или же бумаги. В любом случае не запутайтесь, на каждом контейнере есть инструкция. Алена Беляева, Матвей Шинкаренко, служба новостей.